Дорогие друзья, я собираюсь ехать в деревню, где население вымирает от пьянства, и начинать ее понемножечку выводить из запоя. Все. Расскажи, что за деревня? Деревня Долбилово, это мое родное село. А ты сам из деревенских, да, будешь? Ну да, раньше был деревенским, стал городским. Закончил высшее экстрасенсорное училище. Семен, по траве бы ехал лучше. В Гонконге, я слышал, получали образование. Да, вырвался в люди, теперь вот хочу остальных своих сородичей, так сказать, спасти. А что, пьют, да? Пьют по-черному. По-черному пьют, бухают. То есть деревня вымирает, да? Деревня вымирает. Ну так, наверное, везде. Везде в России, матушки, да. А хватит одного сил-то, может быть, каких-то последствий. Я использую, использую энергию космоса, а космос, у него неисчерпаемая энергия, поэтому у меня хватит сил. То есть думаешь, что один справишься? Конечно, справлюсь. И на всю Россию тебя хватит? Должно хватить. Пока жив, буду кодировать, лечить, излечивать больные души, больные умы, так сказать. Понимаете, друзья?